Всем привет, друзья! Купили для себя компрессор. Май Air компрессор. Сейчас покажу. Инструкция на нескольких языках. И на русском тоже. Давайте посмотрим характеристики. Вот такой вот компрессор. С ручкой. Вот. Удобным кейсом. Также есть здесь есть характеристики. Снизу ножки. Так, это к прикуривателю. Кабель длинный. Кнопки сенсорные. Есть защитная пленка. Это для мячика. Сейчас сниму. А эти две для там разных надувных матрасов. Очень удобно, чтобы не потерялся. Подключаем к прикуривателю. И здесь уже работает кулер. Здесь можно поставить ECI, бар и КПА. Оставим бар. Оставим, допустим, 2,30. Шланг, в принципе, короткий, но хватает. А если так? Нет, хватает. Нет проблем. Вот так показывает 1,95. 1,90. Включаем. О! Звук очень тихий. Сейчас я другой тоже подключу для сравнения. Очень тихий звук. Стоп. 2,20. Давайте поставим 2,25. Автоматически выключается. Это я знаю уже мой. Старый тоже так. 2,25. Кулер работает. Давайте для сравнения давайте покажу мой старый звук, чтобы вы слышали. Здесь есть вот такой свет. Давайте сначала подключаю это. А потом это и сравнивайте звук. Поехали. Теперь этот.
Ссылка будет в описании под видео. Здесь давление 1,65, и посмотрите, то 2,10, как быстро. При том, что двигатель не работает. А если двигатель будет работать, будет еще быстрее. И 5 секунд. Нет, очень хороший. Собирается очень легко и быстро. Вот это вот здесь, а вот кабель вот здесь. И ставите крышку на место. Удобное место. 7.